Його сознательний вибор. Іван читав оце слово. Він оце взяв уксус. Що таке уксус? Знаєте? Це, може, хтось дома вино робив, і якщо воно переграло, це кислий уксус. Кислий виноград. Він взяв для чого? Щоб ви не оглядувались назад. Щоб ви дивились тільки вперед на нього, а ми дивимося, що там з мене ззаду, що там з мене ззаду. Між мною і моєю родиною вже стоїть Ісус. Ні тато, ні мама. Ви скажете, я одночасно, знаєте, Бог мені даже показав, я завжди сильно дякував мамі, що вона мене народила. І це було таке, наскільки душевне, що Бог вже, мабуть, втомився слухати, рішив розірвати. І ви не повірите, ну, сталося чудо. Я закрив глаза, і це видіння. Він мене перемістив у трубу матері. На моїх 50 років назад. Темнота. А я чую голос. Моя мама розмовляє з лікарем. Коли лікар предлагав моїй мамі зробити аборт. Зробити аборт. Тому що я родився після того, як мій отець попав там конкретну таку проблему, там нещасний случай, і він втратив обеї руки, не з того, обрізав. І врачі кажуть, що у нього шок, я через год родився, ну, мався вже родитися. І врачі кажуть, в нього психіка сламана, це буде дебіл, це буде те, це буде все, це буде. Але я зразу від труби відчув, як Бог внутрі каже. Любов, любов, любов. І я зрозумів, мій Бог дав моїй матері таку любов, що коли враз сказав, буде дві каліки, согласна, глядіть, вона каже, согласна. Вона согласилась, вона не зробила аборт. І хто це? Мене родив мама? Якщо б там не був Бог в серці моєї мами, та викинули б мене в мусорний ящик ще при зачатті, чи при тому, як я в утробі матері. Ну він сказав, будеш, бо я хочу, щоб ти був. Я сьогодні дякую Богу, що він вклав моїй мамі. Я подумав на цьому молитві, щоб мене родити. І так ви подумайте. Ми часто дякуємо душевним віщам. Перестаньте їм дякувати. Ці душевні віщі вас заводять в заблуждення. Не живіть, знаєте чим? Тим, що немає смислу. Живіть те, що ви вічне. Я хочу, щоб ви навчилися думати як дух, жити як дух, не бути в фізичному тілі. 120 років, скільки вам Бог дав обітування. Скільки вас сил хватить, це ваша задача і ваша проблема. Ну він вам дав 120, ну на цьому шляху ви трудіться. Ви приходьте в тайну кімнату, не тільки просіть за зарплату і роботу. І повний холодильник. А щоб у цьому фізичному тілі була сила Божа, амінь. Щоб був правильний обмін веществ. Щоб ваш розум умів правильно питатися. Бо розумом питаємося. Не їсти все підряд. Щоб, знаєте, мені дав для тіла повторити три основні доктрини. Ну, скажімо, не три, і багато, але основні. Для чого тіло Боже? Для чого ваше тіло? Він говорить. Тіло твоє для слави моєї, не для чревоугодничества. Це раз. Тіло не для їжі, а для слави Божої. Це саме перший принцип для тіла. Друге. Тіло не для оцього, знаєте, пожадливості. На жовчі все. Похоті. Да, похоті оце. Угу. Пожадливість, похоті. А для слави Божої. І так можете до всього примінити. Для слави Божої, бо це храм. Ви знаєте, коли я приходжу до людей, а я священник бодрий, сильний, то люди кажуть, це священник. Ну, я вам про зцілення розкажу. Не так. Не так, бачиш, як це ясно. Не розумієте? Це важливо. Ви являєте кого? Кого ви є? Христа. Христос пішов і прийшов до мене, каже, хоч мене явити? Кажу, хочу, Господи. До Івановича, до сестрички, до брата. Прийшов і каже, хоч мене явити? Кому? Своїм домашнім.
своим ближним. А потом и на работе, а потом куда там дальше? Самария, а потом до краю земли. Аминь. Тобто дивіться, сьогодні я хочу, щоб ви зрозуміли. Якщо ви все знаєте, що гріх був у вас, але він перемістився куди? На хрест. То тоді оці молитви, знаєте, які ми часто говоримо Богу? Тому що ми часто винуємо кого? Бога у проблемах. Ми винуємо ближніх. Це вони мене розсердили. Ми винуємо там кого угодно, але не себе. Тому що я є начало, і я є кінець, бо Христі Ісусі. Я є ця земля, я є ця обетування. Мені подобається жити в останнє время. Знаєте, чому? Бо це время, мені воно дуже подобається. Я дякую, що я не родився там в обремена. Це зарів, я зараз. Знаєте, тому що Бог сказав, в останнє время він буде піднімати славу останнього храму свого. А хто такий останній храм? Це я, скажіть, це я, це я, це я. Це я. І отут, в цьому храмі, стане отой Соломонов храм, стане ота гора Сінай, величе в мені, ух, алілуя, аж дух сходить. Слава Богу, алілуя. Величе, я хочу, щоб ви могли йти по Києву, йти по своїй вулиці, йти по своєму району, підніматися в свій дом, ви чувствували, внутрі у вас величие Боже, слава Божа, помазання Боже. Ви йдете, і у вас ноги землі не касаються. Чувствуєте, що ви дитина Божа. А не так, знаєте, як християни, десь там діву завели. Боюсь. І ви зайшли в квартиру, бачите проблемну дитину, чи проблемного мужа, чи проблемну жену. І все. І ваша віра кончилась. А мені ж батюшка казав, що все буде добре. Все. Отам і кончилась наша віра до начала. Я коли приходжу в дом, ви розумієте, розкажу на заключення одну історію для підтвердження своєї житті. У мене дочь старша. Взагалі, така вона, слава Богу. Знаю, що буде великий служитель. Їй зараз 24. Вона 17 років убігає з дому. Просто убігає, тупо, знаєте, бігав і порвав її. Вона убіжала. І оце 17 років, вже 7 років. А я перед цим, як їхати до вас, Томас Зляд, дружина, каже, смотри, хто прийшов. Виходить на вулицю, приїхала моя дочка. Ну це вже не те, що було вчора, розумієте? Вона вже, я ж знаю, що Бог працює. Коли вона біжить, вона тут гуляє в Києві, вона тут думає, що вона свободна, на неї роботи був. І вона зайшла, вже глаза не наглі, не такі, такі опущені, знаєте? Каже, снарем. Кажу, що приїхала, доця? За деньгами? Ні. Кажу, за продуктами? Ні. А чому? Мені треба твоє голосу. Бо якщо я за цей тиждень поняла, мені так стало погано, що я чуть не вмерла. І мені я молилась, бо проговорив, якщо ти не отримаєш благословення в отця своєму, просто не зможеш жити. Ти уйдеш з цієї житті вже. І вона приїхала за благословення. Бо вона хоче сама знайшла реабілітаційний центр, десь тут село під Києвом, я Андріївка чи є таке. Андрій Рога. Ну це десь таке, і там реабілітаційний центр. І вона знайшла його сама, туди договорила, щоб її прийняли. Ну, Бог сказав, ти тут не будеш, біти, поки батька не попросиш благословення, бо ти його сильно рада. Ви знаєте, це для мене було чудо, це свідчення, бо вона в мене була боль моя, знаєте, така конкретна. Бо з неї Бог чудо зробив. Вона рождена була без хромосоми росту, вона мала бути карликом. Бог її зцілив у 14 років, вона стала повноцінною. Ну, коротше, там, я знаю, я всіх сідаю за неї молитися, я бачу її як служитель, якийсь проповідник, іменно в Африці. Я вже мовці. Я думаю, що вона в Києві. Боже, чому в Африці замість? А я думаю, що вона в Африці? І чому вона це була по 2-3 місяці в Києві, вона й бродяжна, вона й голодувала. А я знаю, що там в Африці не
Ну и готовый, да пенсионерство. Готовый. Але сьогодні, ви знаєте, прекрасно, коли ти перейняв. Да, 7 років. 7 років я вірив. 7 років я стояв. Але я сьогодні маю цю об'єкту. І я, знаєте, вийшов, утречком став, і ходить ця розправить крила свої духовні. Я говорю, дай сказати, алілуя. Папочка, не напросно я в тебе вірю. Не напросно я терпів уніження, оскорблення. І сьогодні побідіть. А діло завжди буде посрамлене. Любі мої, і я хочу, щоб сьогодні ми всі зрозуміли, не тільки ви, а ми всі. Ви всі, і ми, священники, теж падаємо. І теж спотикаємося, що Господь живий і сущий. Якщо навіть я сьогодні це не можу прийняти, бо мозок не вміщається, то треба, як Іваночка, віру брати. Завтра ви це зрозумієте, бо мозги розшириться, і глибину, і висоту, як казати, молитва ж працює, Павло, пам'ятаєте? Розшир палатки свої. Да. І ми почнемо вже не просто вірити, а знати. Бо будуть оті плоди, ота вже картопелька на балконі, оті вже палочки, уже ви пощупаєте, скажете, о-о-о, він прийде, скаже, оп'ять лапшу вішає, він скаже, а та йди, от мене нечистиві. Уже все, ти проіграв. Він більше сюди не прийде, він буде нові місця шукати, даби бити. Ну ви будете ці місця закривати. Розумієте? І ви доживете до того дня, коли ви скажете, свершилось. Я свободна. Собак не боюсь, кошок не боюсь, ліфтів закритих не боюсь, висоток не боюсь. Я свободний. Самий страшний ворог наш – це не дьявол, а це я сам. Тому що дьявола нема ні власті, ні сили. Но я, як чоловік, наділяю його і властю, і силою. І ще й своїм язиком, який не можу держати. І він висвобождає на всі сторони прокляття. Представляєте? Ну, якщо ми навчимося розуміти себе, якщо ми із плоті і крові превратимося в дух, і ця плотська душа, вона перейде в стан серця Ісуса, а якщо точніше серця Отця, бо в Ісуса було серце Отця. Пам'ятаєте, як Ісус молиться? І на остання його молитва. Отець, я в тебе, а ти во мені. Там уже є. Я туди вийшов. Ну, мені треба туди вийти. Чисто я молюся. Ви скажете, Боже, ти ж знаєш, зміни мене. Це сама тупа молитва. Сама тупа молитва. Тому що отець все знає. Ну, він хоче, щоб я піднявся до нього молитвою. І сказав, папочка, мені тут болить, мені тут неприємно, мене це, і це повинно бути все время виговорено. Це повинно бути Ісус ісповідано. Ми приглашаємо Дух Святий, прийди, научи. Це повинно бути ісповідано словом. Ісус, прийди, ісціли. Ти ж знаєш мої болезні? Знає. Ісус, прийди. Тобто двері відкрой, Він стукає. Тобто от це саме головне, через то молитви ваші повинні звучати не в умі, не в трамваї, не в тролейбусі в умі, не по дорозі на роботу, а в тайної кімнати. А там ви просто вже по дорозі наслаждаєтесь музикою, проповідями. А в тайної кімнаті все рішається. Коли я говорю, а отець слышить. Не прийде час, коли він навіть буде відповідати, коли ви научитесь його чути. Амінь. Я хочу, щоб ми зараз просто це все запечатали. Да, ми ж священники, ми запечатали. Щоб це слово, яке в дусі Івана говорив, і я, щоб воно було записано де? На скрижалях серця. А Ісус сказав, Он ищет поклонників в Духі істини. Він буде писати на скрижалях серця. Тому що, якщо воно останеться в умі, по дорозі домой дьявол ворує. Ну, якщо ось тут, то ситуація і зразу хоп-хоп, написано. Ви розумієте? Ми молимося, священники, а ви кажете, запиши, отець, на скрижалях серця, розрішіть йому.
записати ці, що вас коснулось. Хай не все, але що то вас коснулось. Хоч сьогодні за фінанси коснулось, хоч за зцілення, хоч за понімання, хоч щось коснулось. Алілуя. Помолимося, да? Так, да, помолимося. Алілуя. Я починаю, і Іванович продовжує. Алілуя. Велика завершає під час того. Кеса, мамага, культура, мамага. Я хочу, щоб кілька секунд ми на язиках, щоб дали Духу Святому серце там зачистити для надписі. Хету суманера, мореке сара, Святой Божий Дух, от наше серце, Твоє Слово. Воно часто для нас чужде, воно часто для нас чуже і непонятне, но ми віримо Тобі, і ми хочемо, щоб прямо зараз Дух Святий, Ти взяв це Слово і писав на скрижалях нашого серця, даби ми в любий момент житті не шукали Біблію, не шукали, коли приходить екстрена ситуація, а ми брали це Слово із серця, і воно зразу діяло, воно зразу діяло, воно зразу діяло. Ти сказав, свершилося. Значить, все закінчено. Повний пакет нам благословення передан з небес. І ми хочемо це записати тут, в нас, повний пакет. Нема чогось недоробленого, нема чогось недомоленого, нема чогось недопонятого. Все. Але дай нам мудрість це зрозуміти і прийняти. Бо ми хочемо використати усі обітування для житті, для обеспечення, для віри, для служення, для всього. Ось наше серце. Візьми, Дух Святий, пиши, пиши. Кетура Махасара Бетирема. Алілуя, алілуя, алілуя. Іванович, молитися. Хеса, Шіва, Сати, Ріба, Цари. Пророкуємо слава. Своє життя. Амінь. Ісус є Дух пророчества. Ісус є Дух пророчества. Алілуя. Ісус є Дух пророчества. Я світло в Господі. Я світло в Господі. Я вірний. Я вірю. Я праведний. Я праведний. Я значущий. Я значущий. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Я слава Божа. Я слава Божа. Я дорогоцінний. Я дорогоцінний. Я возлюблений. Я возлюблений. Дитя Боже. Дитя Боже. Я процвітаю. Я процвітаю. Я зцілений. Я зцілений. Я живу довге життя. Я живу довге життя. Я успішний. Я успішний. Усіх сферах. Усіх сферах. Я святий во ім'я Ісуса Христа. Я святий во ім'я Ісуса Христа. Я посаджений в Христі на небесах. Я посаджений в Христі на небесах. Я маю ту владу і силу у Христі. Я маю ту владу і силу. Якою Бог воскресив Ісуса з мертвих. Якою Бог воскресив Ісуса із мертвих. Я спадкоємець. Я спадкоємець. Співспадкоємець з Христом Ісусом. Співспадкоємець з Христом Ісусом. Спадщина, що дана Богом Отцем Ісусу, належить і мені. Спадщина, що дана Ісусу Христу, належить і мені. Дякую, татусь. Дякую, отче. Ава, отче. Я омитий кров'ю святою. Я омитий кров'ю святою. Я отримую духа премудрості і откровення. Я отримую духа премудрості і откровення. Для пізнання Отця. Для пізнання Отця. І Сина. В силі Духа Святого. В силі Духа Святого. Во ім'я Сина. Во ім'я Сина. Господа мого Ісуса Христа. Господа мого Ісуса Христа. Я освячуюсь з Богом. Я освячуюсь з Богом. Дякую, Отець. Дякую, Отець. Я мертвий для гріха. Я мертвий для гріха. Я несу Євангеліє людям. Я несу Євангеліє людям. Через мене діє Дух Святий своїми дарами. Через мене діє Дух Святий своїми дарами. Я зцілюю. Я зцілюю. Я звільняю. Я звільняю. Я пророкую. Я пророкую. Я чудотворю. Я чудотворю. Мене любить Бог. Мене любить Бог.
Я добра земля. Я добра земля. Аллилуйя. Я зміцнююсь Господом і могутністю сили Його. Я зміцнююсь Господом і могутністю сили Його. Радість Господі сила моя. Радість Господі сила моя. Я надбаняю Його. Я надбаняю Його. Мій рід утверджується на землі. Мій рід утверджується на землі. Боже, слава Тобі. Боже, слава Тобі. Отцю і Сину. Отцю і Сину. І Святому Духу. Амінь. Алілуя. 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 Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господи, за братів. Алілуя. Сестер, Боже, благодарю Тебя, что сегодня мы исповедуем, Боже, Слово Твое, и по Слову Твоему исповедуем правдиво все. Боже, спасибо, что некогда члены наши, которые мы отдавали врагу на служение, сами того не понимая, не разумея, говоря слова неподобные, говоря слова проклятия, сами того не разумея, говоря слова неверия, сами того не подозревая даже. Боже, но ныне, Господь, освободившись от тех уз, освободившись от уз неправды, греха, проклятия, беззакония, сегодня исповедуем веру евангельскую, веру святую, Твою Божью веру. Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господи, за милость и благость Твою. Боже, и исповедуя, Боже, мы подражаем Тебе, Творцу нашему, Отцу нашему, сущему на небесах, сотворившему все Словом. Боже, слава Тебе! Слава Тебе, что и мы, Господь, по образу и подобию Тобою сотворенные, Боже, теперь, ныне, познавая Тебя и познавши милость Твою, спасение Твое приняв, Боже, уста свои, Господь, члены свои, всего себя отдаем Тебе на служение, разумное служение, не то, что было прежде, безумное служение врагу и против человека. Но, Господь, ныне, познавая Тебя и познав любовь Твою, прощение Твое, для разумного служения Тебе, Господь, и на благо, Господь, окружающим, на благо самому себе. Боже всемогущий, слава Тебе и хвала. Благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое, которое живо и действенно, и которое острее всякого меча обоюдоострого. Благодарю Тебя за рему Твою святую, Слово, которое открыто нам, верующим. Слово Твое, которым мы живем и действуем. Блаженное Слово. Блаженное деяние, блаженно слышащие Слово Божье и исполняющие его. Блаженно слышащие Слово Божье и провозглашающие его, живущие в нем, действующие в нем. Слава Тебе, Бог богов, Господь господствующих, Царь всех царей. Благодарю Тебя, Господь, за Слово, что уже здесь провозглашалось. Благодарю Тебя, Господь, за те места из Писания, из Ветхого, из Нового Заветов, которые сегодня нас убеждают, Боже, подражать Тебе, как чадо возлюбленные, которые убеждают нас сегодня веровать Тебе, Господь, доверять Тебе, Боже всемогущий, укрепляться и укореняться во внутреннем человеке. Благодарю Тебя за тайну сию, Боже, за это таинство, совершенное здесь. Слава Тебе! Благослови нас, Господь! Слава Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю моих братьев и сестер, как Твой виноградник святой, насажденный Тобой виноградарем. Ты наша святая лоза, и мы насажденные в доме Твоем, насаждены в этом винограднике, Господь, да принесем плод старицею. Благослови, Господь, народ свой миром, посети виноградник, насажденный Твоею рукою. О, великий виноградарь, и благослови, Господь, шаломом своим, миром своим, Господь. Боже, слава Тебе за все. Царь Вселенной, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Божьему. Это же нужно было. Да, да. Молилочи.
Я хочу, что говорил. Благословляй, благословляй. Помолимся еще, благословляй. Да. Те, що говорив отець Віктор. Отже, браття мої улюблені, кожна людина нехай буде скоро нас слухати повільною на слова, повільною на гнів, бо гнів людини не творить правдою Божою. Тому, відкинувши всяку нечистоту, залишок злоби, з лагідністю прийміть насаджене слово, яке може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами. Як бути виконавцями слова, які самі себе обманюють? Бо хто слухає слово і не виконує, тот подібний до людини, яка розглядає природні риси обличчя свого в зеркалі. Вона подивилась на себе, відійшла і відразу забула, яка вона. Щоб ми йшли, от як отець Віктор сказав, щоб ми йшли, не касалися землі, ми повинні, от те, що ми провозглашали, що ми праведність Божа, що ми слава Божа, що ми посаджені в Ісусі Христі на небесах, щоб ми не вийшли відсюди і не забули про це. Щоб ми це оце записано от, на скрижалях серця, щоб ми помнили про це, хто ми у Христі Ісусі. І духовний світ знає, біси знають, що ми знаємо, що ми знаємо, що ми знаємо. Якщо вони знають, що ми знаємо, що ми знаємо, вони просто навіть не виходять. Не виходять. Тому нащо мені получить по зубам, то я лучше не буду виходити. Так що слава Богу. У мене зараз момент, ну на секунду пересягти в духі. Сьогодні, як каже Ватика, історичний момент. Тому що ми ходимо, я не знаю, в яку нову страницю, да? Це Іванович розуміє, це Владика розуміє, я це розумію, ви відчуваєте. Ми входимо в нову в якийсь момент. І дивіться, навіть те, що сьогодні Іванович проголошав мене, я от зараз в духі конкретно, мене досі це, бо я знаю, що це від духа, я його вже розумію, голос. Є символ віри. Ветхий, тот первый, який був, він закінчився. Символ віри. Сьогодні для реформаторської церкви Бог дає новий символ. Уже не віри, а я знаю. Не знаю, як ми його назвемо. Оце Іванович розпечатає, це запише. І це буде для реформаторської церкви символ ісповідання. Я не знаю, як ми назвемо. В дусі Івановичу прийде. Ну, от символа віри ми перейшли до символа «я знаю». Не, це так, в мене зараз сировано. Ну, оце треба напечатати, і це буде вже наш реформаторський символ знак. Віри. Символ віри. Тільки вже не вірю, а знаю. І це конкретно. Я читав, і кожне слово мені, я це від Бога, знаю, Івановичу, вложив Господь. Це від Господа. Тому що це кожне слово має вес, і все, що там написується, да ісповниться, каже Господь. А ми кажемо амінь, 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 бо ісповниться через кого? Через мене. Скажіть, візьміть отак гарно, через мене оце все ісповниться. Це не пусті слова. Бог мене знайшов, сосуд, який буде ісповняти все, що там написано. І я думаю, Іванович почув, і він відпечатає, і ми цей символ віри реформаторської православної церкви, ми його візьмемо. Тому що ми війшли в нове, ми вже не живемо вірою, а ми живемо живим Божим Ісусом. Живим Божим, ми лицем к лицу, через Духа Святого. Слава! Це все, слава що... Богу, слава Богу! Висказав, освободився. Вера – это новый уровень веры. Аминь, да. Не просто вера, потому что Никео Цареградский символ веры, он больше имеет в виду веру вообще в целом. Да. Общую веру. Но можно, понимаете ли, как бы вот в чем дело, что знать как бы теории вот эти все, вот эти, да, как бы Бог, откуда, из чего происходит, как там все это совершилось. Но вопрос такой резонный верующего человека, нормального, обычно верующего человека, ну а что мне с того?
Да. Что мне задавал? Ну, дай Бог ему здоровье, значит, да. Иисус воскрес, дай Бог ему здоровье. Ну, хорошо, это все красиво, да, здорово. Мне нравится, да. А здесь шаг за шагом. Здесь уже не отвертишься. Здесь шаг за шагом. Здесь уже непосредственно говорится о том, значит, ну, кто я и что мне делать вообще с этим всем. Это та же вера, но вера уже как бы уже отвечающая на вопрос, а что же мне с тобой вообще? Как бы, и вообще, что делать? Извечный вопрос как бы человеческого рода, да? Хорошо. Что делать вообще? Тому що все це оце Дух Святий продиктував, і все це з Біблії, все. Ну, мені ось цей раз понравилось дуже. Чітко. Да, чітко. Це від Господа. Уміння таке. Да. І це треба вже... Це вже наші... Посидим, наберем це все, значит, і я ще на русском языке ще зробив такое тоже. Вот, ещё, чтобы это все так раз... На русском у меня есть. Есть? Да, на русском? А, мне надо сбросить тогда текст. А, все, еще лучше. Слава Богу. Так что да, это как не новая вера, это хорошо забытая старая. Аминь. Слава Богу. Да. Реформация. Или как Кифа говорит, евангельская православная. Апостольская уже вера. Да. А я еще подписал там Ев, вот, большой буквы А. Евангельская. Да, слава Богу. Классно. Хорошо. Да, и хочу поделиться, у нас есть час времени еще. Это часы там у нас еще по-старому еще да, показывают. Вот, отец Андрей появился. Здорово. Аллилуйя, слава Богу. Прям вовремя, да. Классно. На аминь, да? Да, на аминь, да. Не, ну здорово. Провожал, я был с нами. Да. О, слава Богу, да. Вот, и хочу поделиться. Вот, сестры, братья, вот сегодня я из того, что услышал от братьев, да, значит, слово, вот, для меня тоже было таким и подтверждением, и наставлением, и вразумлением вообще, вот, Це ж ви записали? Да. Мені треба переслухати, це да. Дуже багато є для себе. Я сам переслухаю, що, значит, я ж... На YouTube это все загружаю, стараюсь сразу прям, значит, по возможности прям сразу загружать. Потом сам тоже размышляю как бы об этом всем. Вот, значит, и да и много кому, я думаю, из верующих это будет благословением, да и неверующим тоже многим повод задуматься вообще о многих, о практичности вообще веры, да, как бы, значит, да, и о жизни вере. Вот, и, значит, три слова, которыми хочу делиться, которые вот они вот живут во мне, вот эти три слова. Как ночью я их получил тогда, вот пару недель назад уже там прошло-то, или сколько там прошло время, так, значит, и знаете, оно среди ночи, я аж там чуть не грохнулся с постели, значит, там, значит, вскочил и, знаете ли, вот не мог, настолько был возбужден так, в таком состоянии, но когда ночью, знаете ли, мне не часто сны снятся вообще, и не часто во сне что-то мне говорится, вот, а это прямо и встал, и оно прямо как... Мысль, не мысль, голос, не голос, но за что купил, зато продал. Знаете, вот как оно и есть, так вот я расскажу. Значит, как будто голос, мысль, можно так выразиться, но явно это не мое. Явно это не, вот, как бы, мне бы во сне такое не пришло бы, значит, просто так, значит, и второе, что уже в явь, уже проснувшись уже, я как бы, значит, так бы, ну, так бы сразу такого не придумал бы просто. Тем более, что это было как голос. И потом как отголосок, знаете, как эхо такое. Вот. И первое, что мысль, слово такое. Я люблю тебя всегда. Вот, знаете, всегда как вот дальше. И как подпись, не подпись, ну вот, тихо, еще тише. Твой небесный папочка. Вот это вот я люблю тебя, вот это настолько оно прям шокирующее, потом всегда. Ну, вроде все понятно, я об этом много раз говорил, и много, я это понимаю по-своему, понимал. Но то, что вот, это пришло вот так вот, знаете, это для меня было шокирующе. Я вот там уже на кровати сижу, значит, там размышляю, значит, думаю, вообще, вот это да. И следующее, прям следом, ну, небольшая пауза, я еще такой трех очухался, тоже мысль, голос, тихо так вот. Я искупил тебя. И потом, значит, такая как подпись, вот,
тихим голосом уже совсем, еще тихо. Твой брат Иисус Христос. Я опять вот в таком, знаете, вот это, во сне, но это во сне, может быть, на сон списать можно было, понимаете, а уже проснувшись, это вот все это, оно говорится. И я опять еще в таком, как бы вот, в таком потрясении. Чуть позже, прям ну, сразу же фактически, с небольшой паузой, третье слово, третье. Я всегда с тобой. И потом как еще тише, прям как подпись такая. Божий Дух Святой. И я говорю, я сразу записал все, даже там, по-моему, сразу в сеть выставил, значит, да, вот, да, я читал. Поделился. Да и не раз поделился, знаете, потому что я думаю, как это ну, оформить, как это донести, не знаю. Но пока вот как есть, так пока так вот и выставлю. Потом Бог что-то еще раскроет. Но вот эти три вещи, вот эти три истины, да, три слова, они вот, говорю, ну, потрясли меня тогда, вот, и мой мир внутренний потрясли. Мое христианство потрясли, значит, и, в принципе, как бы, скажу так, ну, нового вроде как ничего, теоретически, как бы, да, но когда это, оно в тебе, и когда это так прозвучало, и тебя вот, вот все вот эти дни, знаете, вот, как вот говорят украинские... Распирай. Оно уж вот, я даже до сих пор, вот, все прошло дней, да, я до сих пор вот, ну, как бы вот, в таком приятном возбуждении, в таком приятном таком оживлении, и до сих пор не знаю, что с этим мне делать вообще. Ну, я делюсь, конечно, я рассказываю, конечно. Значит, до сих пор я делюсь этим все, значит, да, но вот это, знаете ли, для меня было таким благословением вообще. Вот, как раз накануне там помолился, да, вот настолько вот, вот три вот эти вот слова, простые слова. И я хочу вот свою веру строить на этих простых трех словах, вот, на этих простых трех вещах. Вот. И я, может, думаю, в дальнейшем Бог что-то еще пояснит, расскажет об этом, но, по крайней мере, из того, что вот я услышал, я вот, ну, все передал. И, да, я люблю тебя. Я люблю тебя, да. Всегда. Всегда, да. Да. Твой небесный папочка. Понимаете, настолько это вот... Я так, честно говоря, не часто его так называю, значит, по первости еще, вот еще подростком еще, да, я так его называл всегда, вот, значит, и я для него был Сережа, он был для меня папочкой, так было, ну, у нас вот до, ну, до 88-го года, до 87-го, начало 88-го года, вот так вот как раз вот, вот до этого времени, а потом так получилось, что уже стал когда церковляться, уже стал не просто захаживать в храм, а уже там читать, петь уже, вот, то, конечно, я, ну, не мог не делиться со священником, с одним, с другим, своим каким-то переживанием. И, честно говоря, меня священники, ну, запугали вот таким образом, что нельзя вроде как бы, это как бы как понебратство, как бы, значит, там, значит, как бы, ну, вульгарщин, там, вот это как бы, значит, вот, Сережа, поосторожнее, значит, с этими вещами, значит, там, вот, лучше вот по-славянски, и «Отче наш», и «Живи си на небеси», там, и прочее. То есть, как бы, держаться по стандарту. Официально. Да, официально, да, значит, там, как бы, да. Три притопа, два прихлопа, значит, все это еще. Ну, короче, значит, уже дистанцировать. А тем более тут же еще навалилось на меня вот это все, что и Богородица, и святые, одни как бы посредники, бюрократия такая, знаете, уже как бы уже до царя далеко, как бы до Бога высоко, значит, становится, вот как бы он все дальше и дальше, как бы, значит, вот отодвигается. Но еще это все жило во мне все равно. Нет-нет, да прорвалось. А с 91-го года, уже став священником, я как бы даже зарекся тогда. Была последняя исповедь, генеральная исповедь. Перед рукоположением, в традиции православной есть такая там исповедь, я к назначенному епархии духовнику, там старый протоиерей такой, старец, я к нему приезжал на исповедь, значит, как раз накануне уже священнического рукоположения, уже был диаконом, вот, значит, у меня с диаконское служение в Рязани. И, значит, и вот я был, ну, целый день почти у него там в келье, общались, вот я все рассказывал, там, значит, ну, как бы, то есть, ну, все. Родился, женился, пригодился, не пригодился, значит, все рассказывает, значит, ну, значит, и генеральный исповедь такая, как бы. Вот, значит, епископ меня благословил тогда, вот, значит, на эту исповедь. Я приехал, все общались, значит, исповедовался, молились. И вот после этого, ну, я ему рассказал о своем опыте с Богом, что у меня был опыт такой, как бы, значит, ну, нетрадиционный, как бы, с Богом, то есть, вот, смерть, переживанием Бога, и что Слово Божье, да, значит, было в моей жизни, что я вот его Богом называл папочкой, папой.
Ну и тот священник, старец этот, он тоже сказал, что вот все, ну я понимаю, что это твой опыт, но как бы есть церковный опыт, есть ты воцерковленный человек, тем более священником становишься вот на днях уже, вот как бы, и тебе, значит, нужно как бы уже держать себя в узде уже, вот пример подавать, пасты и все прочее, значит, и что отныне, вот, значит, все, кайся в этом, значит, и вот отныне, значит, зарекись, все, значит, что больше никогда, вот, только лишь... Все, во-первых, на славянском, значит, и своими словами вообще зарекись не выражаться, значит, только лишь вот, понимаете, значит, да. Это сейчас выглядит как бы так трагикомично, но для меня это, понимаете, было все серьезно. Я действительно, вот как бы еще раз вот, пережил так, тогда вот такой стресс, значит, такой как бы испуг, не испуг религиозный. Вот, значит, но с того времени я уже не называл его таким образом. Только лишь в 96-м году, когда снова нашел свою Библию, но, опять-таки, он сам меня спровоцировал к тому, чтобы я его так назвал, потому что он меня назвал Сережа, не отец Сергий, и же вести до земли. Гомо сапиенс или как-то еще там. Он меня назвал Сережа, понимаете? Значит, да еще так еще прямо, ну это, ну скажу, нельзя было не назвать его снова папочкой. Я его назвал снова папой, папочкой. Вот, значит, но, понимаете, все равно все эти годы были разные переживания. В 98-м, когда приехал, ну, я уже в 97-м уже был в Украине, и в 98-м, 99-м годах преподавал в Днепре, в Днепропетровске тогдашнем. Значит, и, значит, и представляете, значит, вот был такой момент тоже переживания такого, когда приехал рано утром, перед служением еще уйма времени, значит, и вот готовлюсь к проповеди, снова перелистываю, пересматриваю все, значит, я там все позаписывал, значит, там, перелистываю, сижу в кресле таком, значит, и, ну, и сказал то, что чувствовал. Почувствовал я очень такую, ну, хорошую атмосферу, так приятно вообще с Богом. И я ему сказал, что, говорю, мне так хорошо с тобой. Вот. И вот вдруг этот монолог мой превратился в диалог, значит, и, представляете, значит, и тихий голос такой сказал, тихо-тихо. Но очень серьезно и очень так хорошо, любовно, так вот, что, а мне еще лучше с тобой. Я говорю, если бы я не сидел там в кресле, я бы грохнулся там бы, наверное. Понимаете, значит, потому что, ну вообще, во-первых, от неожиданности, значит, во-вторых, значит, вот, что, значит, что ему хорошо со мной, ну, я так понимаю, что где-то внутри меня все-таки было какое-то, значит, подозрение, что ему не очень хорошо, знаете, вот со мной, как бы, нет, ну мне-то хорошо с ним, конечно, мне нравится, но, ну, как бывает, может быть, тебе с человеком хорошо общаться, да, ему, как бы, может, это не очень, как бы, ему нравится, да, вот, как бы, ну, я думаю, тем утром, наверное, у него наверняка было время с кем провести получше, думаю, компанию, там, ну, с какими-то там Оклендами, там, провести утро, там, значит, там, с Рихином, ну, да, в конце концов, значит, да, значит, там, да и мало ли кого там еще можно найти на Земле, там, на планете, да, у него там миллиардов, там, полно, значит, вот, значит, как бы, значит, да, значит, я мог найти утром время, ну, компанию получше, вот, но самое интересное, ему нравится, когда я говорю к нему. Это было, знаете, это так интересно было вообще, переживание. Вот. В тот день даже моя проповедь, я ее так и не рассказал, кстати. Хотя готовился еще в Киеве, значит, потом, там уже. Мне потом вырвалась такая методика готовиться и не говорить эти проповеди. Они потом как-то, когда нужно, всплывают. А вообще-то, вот, значит, ну, коня приготовляю, в общем-то, но понимаю, что победа не от этого, от Господа, да, только, да. Вот, значит, и вы знаете, вот, и вот то, что прозвучало вот, вот несколько дней назад в моей жизни, меня это очень сильно потрясло. Очень сильно порадовало, очень сильно потрясло и очень сильно вдохновило. Вот я хочу этим вдохновением с вами поделиться, потому что я знаю, что слова, которые получаем от Бога, это не просто слова человеческой мудрости, да, или философии, или чего-то еще, а это слова, которые есть дух и жизнь. Я знаю, что Бог, Он вдохновляет жизнь свою через Слово, вдохновляет нас через Слово, и меня очень сильно вдохновил. Я очень благодарен Ему за вот это вдохновение, вот, и делюсь этим вам. Повторишься, Владимир. Я не устану это повторять, но я хочу, чтобы это вот, ну, оно отозвалось, знаете, вот, во-первых, Он признался в своей любви, вот. Это, ну, так здорово. Знаете,
вот бывает так, что вот люди живут уже много лет вместе, да? А потом там спрашивают, ну а ты любишь меня? Конечно, что люблю тебя, да? Значит, помните, как значит, Иисус спрашивает, любишь ли ты меня? Да, люблю тебя. Ну ты знаешь все, конечно. Значит, конечно же знаешь, что я люблю тебя. Вот. Но иногда и Богу хочется от нас услышать не лишний раз, что я люблю тебя. Ну и нам тоже не лишний раз он да. Услышать, что он любит нас. Знаете, я люблю тебя всегда. Твой небесный папочка. Вот это, именно оно, знаете, настолько вот все, что прозвучало, настолько, ну, оно вот не отнять, не прибавить, не отнять. Знаете, вот я люблю тебя. И оно так вот как бы погромче было чуть вот. Я люблю тебя. И потом, как, знаете, как эхо или не эхо, вот как бы всегда. Знаете, вот как. И потом еще тихим, знаете, как вот я представил себе, ну, опять-таки, я не видел ничего. Видения никакого, но просто оно представилось, знаете, как будто подпись какая-то вот. Знаете, как бывает, декларируют, да, чтецы, опытные такие чтецы, вот он текст продекларировал, потом, значит, как бы голос понижает, и вот как бы говорит, вот, кто подписался под этим документом, допустим. Вот, и здесь как подпись, вот, представилось мне потом уже, что, значит, вот, твой небесный папочка, ну, как папа, потом, вот это вот папочка, мне показалось папочка все-таки. Вот, понимаете, я не могу 100% сейчас уже гарантировать, но вот твой небесный папа, ну вроде как папочка даже вот. Вот я вот, ну, почему папочка, мне еще это так ну, вот, отозвалось внутри просто так вот у меня, просто, понимаете. Вот. И ну, понимаешь, что многим верующим может даже трудно вот как бы начать вот так даже Бога называть папочкой. Ну, по разным причинам. Ну, в основном таким религиозным, как бы так мы научены, может. Вот, и я был тоже наставлен, как не называть ну, Бога вообще. Вот. Фух, ну ладно. Значит, и второе слово, которое вот услышал, да, ну, во-первых, я такого никогда не слышал. Ну, слышал я в проповедях и в Слове Божьем, я читаю, что да, он наш брат, Иисус Христос, да. Но чтобы он вот так мне сказал это, такого никогда не было еще в моей жизни. Что, ну, твой брат Иисус Христос. И что я искупил тебя. Знаете, вот, вот это что настолько, что. Там тоже размышлял, я уже спать тогда не мог, просто размышлял, значит, все, молился. Вот, и как вот, если, допустим, старший, допустим, да, брат вот за младшего переживает, да? Вот, или старшая сестра, допустим, за младшего, да, переживает. Вот, тоже, ну, как мы это знаем, да, примерно. Больше у кого-то меньше это выражено. Но обычно это всегда очень так вот, ну, прослеживается четко, всегда вот старшие переживают за младших, да, вот. Вот, значит, и знаете, вот настолько вот это вот, когда вот это прозвучало, вот твой брат, да, Иисус Христос, что настолько, что это вот, ну, перевернуло меня, почему еще, что это как вот действительно как брат, то есть это вот так было это все, ну, прозвучало, что как, это не как просто вот с неба сказано, да, там, вот там, сын мой, там, что-то еще в таком духе, а вот именно как брат. И что он переживает за меня, что, и что он вот, именно действительно вот, искупил меня. О, вот я опять, вот, когда переживал об этом всем, и вот дальше, третье, оно как даже стихами получилось, как интересно. Я потом думал, может так сказано? Нет, вот именно вот так вот. Я всегда с тобой. И потом как подпись такая вот, тише уже голосом. Вот, Божий Дух Святой. Настолько так приятно вообще. Вот. Еще тем более, что Божий Дух, он как источник там, такого и вдохновения, и творчества, и всего. Вот. И, конечно, удивительно. Вот. Я думаю, что вот мой, у каждого из нас свой как бы, символ веры определенный. Вот. Сегодня утром слушал проповедь Турчинова Александра. Вот вчера он проповедовал, онлайн я включался там, из Палаца Украины. Сегодня утром вот, тоже, значит, ну, там, часа в 4 минуты утра уже все. У меня такие молитвы получаются ночью сейчас такие. Значит, и, значит, включаю, вот как раз там у друзей, смотрю, там выставили как раз уже запись уже вчерашнюю, ну, субботнюю. Опа, я включил как раз по новой. То, что там не сначала я включился онлайн. Ну, вот, я как раз сначала смотрел. Значит, и
очень четко были вещи такие высказаны, прямо, ну, прям в десятку. Но мудрый человек, на самом деле, мудрые слова сказал. Но опять-таки, что касательно реформации и всего, но знаете, что я уловил еще? Что вот я так потом камеру там в зале показывали людей, всяких там впереди сидели, в основном такие, как бы титулованные такие люди, вот, потом показали там в зале, там, значит, там, я так понимаю, большинство были евангельские верующие, вот, большинство были служители евангельские, пастыря, там, многих там даже знакомых пастырей увидел, вот, были там, оказывается, вчера. Вот, и, знаете, вот он говорит, допустим, да, Александр говорил, значит, и я так понимаю, что он переживает слово, да, значит, а вот те, кто, ну, не в обиду сказано будет, вот многие вот сидят и видно, что как бы не касается их, вот, как сгустя вода, больше для, ну, для проформы сидят. Я так понимаю, что очень трудно вот те, кто при власти и деньгах, да, Богу очень сложно пробиться, Духу Святому, порой, человеку. Пробиться. Лучше через его крышкой пройти, да? Да, вот, чем надеющимся богатство. Да, но вот это правда, правдивая история, на самом деле, притча. Значит, и потом показывают простых вот людей, которые сзади там сидят, значит, да, пастыри, там, значит, там, и видно, что, ну, они вот там, они там, аминь, как бы там, значит, там, аплодируют, значит, все, значит, они реагируют по-другому совсем, конечно. Вот, не напыщенно, не там, вот. И я еще понимаю, что Слово Божье, когда оно звучит с кафедры, да, вот, звучит, оно призывает к действию. Вот в чем уникальность еще иврита, здесь, кстати, в курсе иврита, оказывается, есть по соседству. Значит, так вот, в чем, значит, уникальность именно иврита, отличие, кстати, от очень многих языков, даже древних языков, того времени, допустим, даже языков древних, вот, что в ивритские слова многие выражения, они именно призывного действия. Они действительно призыв к действию. Допустим, греческие слова, вот то же самое, вот кони, то же самое наречие, допустим, греческое, на котором Новый Завет написан, они все-таки больше философского порядка. Они больше подразумевают размышления, как бы, и мало подразумевает само действие. Больше упор делают на философии, больше на мышление человека. Хотя Новый Завет, эти же слова, но все-таки в контексте их употребляют именно вот как призывного такого характера. Все равно, как бы. Значит, а еврейские слова, еврейские выражения, они именно даже сама тшува, та же самая, вот, покаяние, да, это не просто вот, ну, как бы, как метаноя. Метаноя все-таки изменение сознания, перемены мышления, да, покаяние, да, слово покаяние. Но греческая метаноя, она все-таки из разряда философских вот таких вот, значит, категорий. Значит, и больше, опять-таки, на человеческое мудрствование такое, да? Вот древний иврит, он именно подразумевает действие самого человека. Действие вперед, как команда, как команда. И вот интересно, в Новом Завете, помните, да, написано, что Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Повелевает. И хотя там стоит метаноя греческая, но все это по контексту, вот эта повелительная форма, формула, да, то есть подразумевается, что все-таки это именно не философия просто, а действие, призыв действия. Да. В иврите же нет настоящего, прошедшего, будущего времени. Там в настоящем времени. Там все включено, все включено. Было, да. Да. Совершенное и несовершенное. То есть если уже оно есть, то оно всегда есть. То есть вот люблю тебя всегда. Да, люблю тебя всегда. Вечно. Вот, действительно вечно, да. И благодарю Бога за то, что действительно Бог и вечный Бог, и Он нас поместил в эту временную жизнь, вот как бы от и до. Да, значит, есть разные там теории там, на эту тему, но тоже, значит, у разных проповедников слышал разные мнения там, значит, о предсуществовании душ там. Допустим, не знаю, мы знали ли мы друг друга до рождения, как бы, не знаю, может, мало ли, может, где-то там вместе в саду играли, значит. Раскроется. Да, раскроется однажды. Это у древних там Оригена, там у других мудрецов, об этом так подробно рассказывается, христианских этих теологов. Вот, но я знаю одно, значит, что я не помню то, что было до того, значит,
Да и дни рождения своего я не очень помню. Значит, как бы, и первые годы прошли так, ну, почти что без памяти. Как бы. А знаете, когда разум стал пробуждаться, я уже более-менее уже соображал, уже уходил, уже что-то требовал, там, значит, что-то делал. Ну, значит, вот, значит, потом значит, больше разум пробуждается, все больше, как бы, значит, все активизируется, значит, да. Благодарю Бога, конечно, за этот процесс, вот именно роста, развития, он всегда в этой земле существует. Вот. Но мы из вечности, я так понимаю, уходим и в вечность уходим. Вот. И действительно, Бог усмотрел Иегова Ира, да, значит, буквально в русском переводе синодального там говорится, Бог усмотрит, Господь усмотрит. А в оригинале именно Господь усмотрел уже. Закончили. Да, мы это, может, не видим сейчас, как бы, да, но он это уже усмотрел уже. Удивительно. Слава Богу за все. И я тоже хочу вот исповедовать вот этот такой как символ такой, да, веры, исповедание веры. Вот, потому что на самом деле вот даже вопрос такой на засыпку, да, вот три места писали насчет о долголетии. Да кто его знает? Тоже, значит, вроде как бы знаешь, вроде не знаешь толком. Вот, да, так понапрячься, да, вспомнишь там, значит, и Авраама, да, значит, там еще отцов вспомнишь, конечно, да, но все-таки. На самом деле, значит, все прочитать, знать, где оно написано, да. Исповедовать в свое життя, да, именно да. В свое життя, и потом поливать. Да. Это ты сеешь, да, ты сеешь. Вот когда мы молимся, да. Не посеявши Слово Божие в наше життя, это все равно, что мы поливаем грядку, а не посадили туди что-нибудь, картошки или что это. И мы молимся, там не посеяно, мы молим, Боже благослови. А мы росте бурят. І от коли береш Слово Боже, а воно живо і дієве, і проникає до составів і мозгу, до розділення душі і духа, і береш це Слово Боже, сажаєш і провозглашаєш у своє життя, і потім поливаєш його, і воно возростає і дає плод. Ну, 30, 60, 100. Чому ми плоттю так пренебрегаем, потому что есть учение, что если плоть Царства Божия не наследует, то и не надо. То не надо ее там. Накормите или нужно. А это же храм. Если разрушишь храм, я тебя накажу. Да. Храм же должен выглядеть соответственно Соломону. Да. Если Соломоном в золоте был, а это живой храм, то как он должен быть? Ага. Ну, мне и в шалаше смело брать, в общем-то. Есть такое мнение тоже. Не, ну лучше, конечно, чтобы все соответствовало, конечно, да. Нас же встречают как? По одежке? А это из одежка. Тело это одежка. Вот у адвентистов, кстати, эта тема очень сильно так на высоте. Да. Большинство госпиталей в США, они как раз адвентистские, я там бывал в этих госпиталях. Ну, да, конечно, там они там о здоровье пекутся очень серьезно. Что если служитель служит 10 лет, да. Или служитель служит 50 лет? Ну да. Не разница. Плодов принесения. Ну да. Видимо, в разных конфессиях вот прожектор перестройки, реформация, он как бы высвечивает отдельные какие-то там такие нюансы. Вот как бы собрать бы все. Вот, да, и... гармония. Да. Гармония, Бога гармония. И тело, и душа, и дух. Гармония в Иисусе Христе. Аминь. Я думаю, он на вид там был супер. Мимо не было каких-то недостатков, правильно? Иисус? Да. Как раз так, пощупай, извинись, да? Я не знаю, нет, ну, как бы... Знаете, я вот за это место, я тоже ставился так, а потом я в интернете нашел вот этот фильм «Страсти Христовы», и там интервью дают, и вот этот артист, что играл урод, он говорит, на нее накладали 8 сантиметров там грима, и бронежилет, и один раз он как-то поворухнулся, и его... Мимо бронежилета достали. Він каже, я сознання потеряв. А Ісуса били там полчаса. Я думаю, слабий чоловік, він би там не видержав такого картування. Значить, там фізична сила була. Супер. Супер. І Христос то тягнуть, так? Да? На ото ви були в тих місцях. Я не думаю, ви знаєте, що там заволочки. И наверх. Это слабый человек бы этого не сделал. Так что это нельзя упускать, значит, Бог. Потому что он наш брат.
Да. Брат, а мы должны на него быть похожи. Все, мне это уже откровение, все, мне уже не обманут. Да, все, все. Если что, я брату пожалую. А если что, еще и тату расскажу. Если... Вот эти браты. Хочет брату. Все, мы...